Смотрите, кого я нашел еще. Цвет нивы уже практически не виден, только по крыше вся заклеена. Победитель соревнований неделю назад, которые были, это Вова. Беру точку. Привет, успел, все нормально. Что, ТР-1? Здорово. Привет, Сань. Блин, какие красивые пружины. Ты видел, какие пружины? Посинело. Посинели от нагрузок. Вован, привет. От мороза посинело. Гнали дальше. Так, тут идет Рубилова. Какая-то серьезная машина борется. Очень похоже на Nissan Patrol. А где же вы взялись, пацаны, ё-моё? Я думал, вы дома на диванчике. Да. У слепого камер на телефоне больше, чем у меня всех вместе взятых, включая домашнюю. А что это за это? С пилой какой-то? Иностранец, да? Да. Да? Слышь? Так вот так он точки и берет, да? Спиливает, подносит, фоткает. Жесткие ребята. Мы перейдем на ту сторону или нет? Да, конечно. Вот тут. Эскриз тебе мозг как раз выпили. Да, под гранду тут хорошо. Житомирские номера. Это Житомира, ребята? Силовой бампер спереди, сзади. Хороший виджейчик. Как быстро работает. Молодцы. Иначе не выиграешь. Как-то тяжело. Белый дельфин. Не узнает меня, мне кажется. Давай, отмотай. Идут на победу. Тёма, в каком вы классе? ТР-2. Вы иностранец, мужчина? Заряженный на борьбу, не будем отвлекать. Сложно, но патруле, конечно, очень тяжелый. Тут, смотрите, какую-то жесть кто-то пропахал. Они, наверное. Или не они, но кто-то пропахал. Вроде простое место. Тронуться сложно было. Хорошо, очень интересно. Ну, снял ты много видео? Да. Дашь посмотреть? Да, на YouTube. Да не, ну так мы не договаривали. Давай допремьерный показ сделай мне. Вот та коломага, видел? Ого, да, это я знаю ее. Да? Это на базе Subaru, Subaru Luas. Да, ты уже в курсе? Ну, конечно. Блин, я знаю, все машины знаю. Все, что связано с Луазом, это все. Да, тут такой уклон у них. Так Крис вообще сумасшедший, это еще маленький уклон. Да? Он такие берет, я просто в шоке. Что, много взяли? Не, он сильно кренит, ну, так вот, знаешь. Нет, точек много взял? Запустить бы их в какую-то нормальную трассу. Все эти 40 машин, да? Смотри, куда он? Куда он поехал? Куда он поехал? Слышь, мне кажется, какое-то что-то запрещенное принял. Сухая планета. Да?
Но и тем не менее он не лебедился, спокойно все пошли. Пошел. Это жесть. В общем, опять мы возвращаемся к тому месту, там точка не распечатанная. Так, слышишь, меня возьми на руки, меня возьми. Это жесткий, блин, слепой жжет по полной программе. Я собираю лайки. Это жесткий. Друзья, не распечатана эта R2 точка. Никто ее не брал, так долго мы тут были. И ни одна машина не доехала. И вот он первый участник, который возьмет ее. Тут уже родные места. Полдня мы тут провели. А вот и их точка. Ну, не особо сложно. Ну, надо зайти на нее правильно. Ёханый бабай. Это просто. Опять принял что-то запрещенное. Я даже ничего не слышу. Я тоже просто камеру навел, а тут треск. Да. Никто не брал, да, они первые. Только уже времени, и только первую точку берут. Ну да, уже сколько, 2 часа? Да. По-жесткому сейчас и точку снесет. Белый дельфин. Да все там нормально. Выше камеру, сверху видно будет. Зацепится, блин. Не смешает. Чуть назад, может. Чуть назад больше, чтобы качнуть. Хорош. Не, торфяник уже не поедет он без лебедки. Посмотри, какой цвет почвы вообще. Выезжает. А тут еще давно такой? Не, первую это он распечатал тут. Взял, нет? Да. Колесами. Жестяк. Так, бушлакер. Один погиб уже. Ёханый бабай. По-жесткому. Да, жесткий. Заряжен на борьбу. Так, едем. Я на запаске. Крис потихоньку только везет меня к моей машине. Так, тут тоже экшен. Пока, пацаны. Осторожно. Блин, могу слететь. Ну, пока
как-то держусь. Ёханы бабай, ветки прямо в лицо. Так. Ну вот мы и доехали. Стой! Ну тут много машин. Подвезли меня. Спасибо. Спасибо. Куда вы? Да-да. Есть точки? Что-то тут есть. А, тут просто выехать надо. А я хотел сюда на Гранде заехать. Жестяк. Ну, Гранд вроде целый. Его видно. Я так быстро убежал. И он полдня тут без меня один. На этом катке жесточайшем. Все, едем. Ага, тут патрул выезжает. Непростое место, я вам скажу. Чуть не проехали. Бачки боя было. Да. Качни назад чуть-чуть, качни назад. Чуть-чуть. О, все, стартуй. Главное подсказать вовремя. Так, Витара короткая, тоже участник. Попробуем проехать куда-то в этом направлении. За патрулем, и Крис туда поехал. Пару часов не слышал звук этого двигателя. Это песня просто. Так, как-то узко становится. А не, нормально. Так, вижу Тойоту Бородача. Ну, тут есть движуха. Много тут машин, людей. Нашли. Вот тогда возвращайся, будем переезжать там, где... Ого, тут какой-то апокалипсис. Нашли мы белого дельфина. Белый дельфин, я с тобой, не бойся. Вот так это выглядит. Что, вы взяли точку? Нет. А, фоткать идет. Ты руки не видишь, что я делаю? Да вижу. А что ты не одел сразу утром? А побегай же. Да, они же модные у тебя. Ну такая ТР-2. Чтобы сфотографироваться. Да нет, течение сильное. Надо идти по водичке. Хотя с веток можно было перейти аккуратно. Вот еще точки. Это зрители. Где-то там движ. Ну, что вам сказать. Унылое, конечно, это дело, сбор точек. Радует только хорошая компания. Красивые автомобили. Куда вы, Юрец, куда вы? Я не знаю. За вами ехать? Как хочешь. На 305. Подожди, Крис. Крис, запчасти. Надо поправить. На, я не буду трогать, чтоб то помощь скажут. Где-то зацепили. Ну ты ж ломишься, как слон. Так, судя по всему, где-то тут движение. Гляньте, даже здесь покрышками засрали природу. Что, есть точка? Хорошие тут места такие. Летом все зеленое, заросшее. Опа, а вот серьезный экипаж. А куда вы едете, пацаны? Меня заберите. Все классно, далеко от лагеря очень.
и тут так много точек. Ну хорошо, хоть сосредоточенный в одном месте. Посмотрите, куда он едет, куда хочет, туда и едет. Идем в него посмотрим. Слышу голос. Вот это ТР-3. Должно быть хорошо, наверное. Что это такое? Это ТР-0? Пацан. Сами думаем, туда поехали или нет. А что это за точка? 302. ТР-3. Наверное, замерзло. Тут, наверное, было мягче или нет? Наверное. 30 метров. Опять какая-то туристическая. Да, здесь опять туристическая. Идем дальше. Ого! Там компания есть один, этот самый, да? Слышишь, скоро Нива так изменит форму кузова, что узнать ее будет уже невозможно. О, смотри, туристы. Туристы, да? На транспортере. Это дельфин только что здесь брал. Тут 202-ю дельфин распечатывал только что. Ну и распечатал. Как-то тяжело идет, да? И колеса правильные. Что это они молодцы? Ну что колеса небольшие? И что хорошего? Машины хватает на дольше, нам есть что снимать, понял? Что, вот это вот? Да смотри, как лебедится красиво. Ну да. Не нравится тебе? Да. Куда ты, отец Павло, вернись. Ага, а давай попробуем. Колесами чуть-чуть. Да. Там одна борода, стой. Так, теперь бородач наш рулевой. Куда-то он повел нас в чащу. Тупо каток опять. Просто едем по катку. Да, удивительно, конечно, что нет систем безопасности. Ну, АБС есть, конечно, но... Курсовой нету. Я имею в виду 200-ку бородача. Она для тех стран, где не бывает гололеда, но точнее, где зимы даже не бывает. Вот тоже серьезный джипер на Акуре. А там Рубилова продолжается. Сейчас покажу. Слышите, как АБС, какой на поле, мы просто по катку едем. Так, ну я понял, ребята куда-то в сторону базы уже пытаются поехать. Ну, мы еще попробуем кого-то показать. Так, еще один представитель американского автопрома, как курсовая срабатывает четко. Вон он. Едет опять те же места, где мы уже были, но там неинтересно. Ну, в смысле, мы уже там были, просто мы туда не поедем. Попробуем куда-то еще что-то посмотреть сейчас. Поедем за бородачом. По этому ледяному полю. Ну, курсовая четко очень работает в этой машине. Вообще без вопросов. Хорошо держит. Я и на скорости шел. Пашу тут развернуло на 360 сделал он. Пока валим. Валим сюда. Вы видите, еле-еле я. Да, четко работает очень. Приглушила двигатель, выровняла. Хорошие места. Да, еще раз хочу сказать, порадовала меня машина. На очень скользком так по асфальту не протестируешь, даже на гололеде. А здесь не страшно, что бросит тебя, никого нету. Как держит курс, очень круто. Так, ну куда-то еще бойцы едут. Что-то посмотрим. Просто реальный каток вообще. Вот мы сейчас на катке, смотрите, палка на льду вылетела у сани из-под колес.
просто жестяк вообще. Бородач поехал в объезд, чтобы по льду не ехать. Да, тут на таком льду никакая резина не поможет. Ну, радует стабилизация, я уже говорил, вот как срабатывает при малейшем заносе. Сразу. Просто каток. Вот на тормоза нажал, в пол. Слышали, как работает. А вот антибукс, как видите, отсекает, вон лампа мигает. Ну, все, уже на основную дорогу выскочили. Тут не скользко. Ну, теперь километров 20-25 до лагеря. Сейчас попробуем засечь, кстати, сколько. Да, в таких местах, когда мы где-то соревнуемся в области. Вот 50 километров от столицы, тут можешь 60 сюда. Вообще такой другой полностью мир. Посмотрите, эти домики, сарайчики, все. Грустно выглядит. Да, Паша нас нагнал. На этом скользком куске опять отстал. Аккуратно едет, правильно. Без курсовой, конечно, тут на большой тяжелой машине. Ну так. Может бросить. Так, проехали километра 23, наверное, уже. Какими-то тут хащами, какими-то куда-то. Саня нас ведет. Два Сани даже. Блин, просто жестяк вообще. Ну тут меньше льда. Тут. Ну, 21 километр по асфальту влупили. Тут просто подмерзшая земля. Такого катка нету, как там. Ну, где-то ведет, видно, каким-то точкам. Темнеет уже сейчас. Еще минут 15 и будет темень полная.